Изменения структуры администрации коснулись двух моментов. Полномочия по взаимодействию с общественными объединениями переданы Управлению организационной работы и по связям с общественностью. Ранее эти задачи выполняло Управление по взаимодействию с правоохранительными органами. Кроме того, упразднена должность заместителя главы, курирующего вопросы сельского хозяйства и деятельности сельских округов. И вновь введена должность начальника управления сельского хозяйства. Депутаты согласовали кандидатуру Евгения Азизова на должность заместителя главы, курирующего вопросы внутренней политики. После того, как начальники ряда управлений отчитались по муниципальным программам, председатель совета Леонид Кочетов подвел итоги нормотворческой работы депутатского корпуса. За прошлый год мы с вами провели 21 сессию, рассмотрено 143 вопроса. Это действительно приходилось вникать, разбираться, опускаться в эту проблему и принимать решения. Проведено 65 заседаний комитетов. На них рассмотрено 189 вопросов. Проведено 22 заседания фракции. За этими цифрами важнейшие для жизни города решения. Глава Анапы подчеркнул, в 2018 году задач будет не меньше. Я хочу, чтобы вы знали, 2017 год, конечно, был тяжелый. 2018 будет тяжелее. Я скажу вам, насколько. На 4%. То есть все должны в каждой своей отрасли дать дополнительное 4%. Поэтому вам всем еще раз удачи, здоровья, спасибо за хорошую работу. Пусть вас всех Бог благословит и даст вам удачи. Спасибо. Совет депутатов продолжит работу в январе 2018 года.